Добрый день, друзья. Вот и пришла пора убирать нам с вами морковь. Морковь, как вы помните, мы с вами садили с манкой. Вот. Так что вот смотрите, какая она выросла. У нас с вами вот такая вот хорошая морковь. Морковь мы, по-моему, с вами садили с Самсон. Вот. Вот такая замечательная вышла у нас с вами морковь. Будем ее убирать. Так, морковь я уже достала. Вот видите, вот одна морковь выросла. Вот вообще вот такого размера. Значит, хорошая морковь. Не потресканная, ничего. Значит, убираем морковь. Убираем земельку. Она уже обсохла у меня. Вот так вот немножко ее почистим, чтобы в яме она не намокла. И срезаем вот так вот зелень. Где-то около, получается, где-то ну, 0,5 сантиметра оставляю. Так, ну и собираем, будем дальше. Вот точно так же чистим ее. Чистим от песка. Если немножко останется, ничего страшного. Так. И срезаем ботву. Кстати, что потом делать с ботвой, чтобы она не просто так у нас с вами пропала, я вам расскажу попозже. Смотрите потом дальше. Ну а так, всего хорошего. И смотрите, с каким хорошим урожаем моркови мы с вами остались. До свидания.